ja būtu lēt. Šī mātēsība svaru, ka nauda par mahāns teic gan ne. No mauviš nu padai, krištam prestai ja būtu lēt. Šī mātēsība svaru, ka nauda par mahāns teic gan ne. Находимся мы на рынке возле города славного Панача. Это тоже один из пляжей Вагатор. Вот сегодня на рынке мы купили акулу, там креветки. Вопрос попросили, чтобы нам вот в этом шейке сделать. Шейк — это как бы кафе по индийски. Так что весь день тусуемся здесь и едим, а потом на байках едем к себе в отель. Come on. Ну, мы туда не могли попасть. Почему-то на областном рынке в отсюда, что последок уже второй раз. Ребята!
кидаем мы. Только понравившихся нам. Рамболь? Рамболь, да. Будете в Гуа, не поленитесь. Съездите в Рамболь и встретите здесь сансет. Закат. Да. Это не забываем. А сейчас мы отправляемся. Все. Последний вечер у нас на Рамболе. Послезавтра уезжаем домой. Ну и день проведем в гребаном Кандалине. Это местный Геленджик. Да. Сейчас последний раз, последняя дорога на наших байках, которые мы сегодня вечером зададим. Завтра будем просто день отдупляться в Кандалиме. Столь нам нелюбимым. Вот. Да. Ну, столь любимым Индии, можно так говорить. Да. Итак, друзья, мы идем на пляж Кандалим, дабы последний раз в этой поездке окунуться в теплые воды Аравийского моря. Вот, так как сегодня завтра ночью мы уезжаем. Ну да, завтра утром на самолет. Вот. Ну что, хотел бы сказать по поводу нашего пребывания в Гоа. Много что планировалось, очень много из этого не сбылось. Вот. То есть в Гоа вообще, по-моему, нереально что-то запланировать. То есть я об этом раньше читал перед поездкой, что все планы здесь летят к чертям. То есть я говорю, реально, я уже, по-моему, рассказывал, что здесь можно покупать зажигалку просто. Или, Сергей, расскажи, сколько ты покупаешь шорты? Ну, я как не купил. Две недели. Две недели не могу купить шорты, потому что, ну, как не получается. Мы хотели побывать в городе Мурдашвар, где стоит самая большая статуя Шивы, по-моему, 37-метровая. Мы хотели побывать в городе Гокарна, священном для индуистов. В этом городе появился Шива из уха коровы. Собственно, название города переводится как Го-корова, Карна уха. Вот в городе Гокарна, причем это цены на порядок ниже, чем в Гоа, такие же красивые пляжи, при этом менее безлюдные, более безлюдные. Вот. Мы также хотели побывать, хотели съездить своим ходом на Дусагарский водопад, что, в принципе, тоже не получилось. Ну, зато у нас была отличная компания с ребятами, девчонками из Калининграда, из Минска. Вот, мы съездили в Хампе. О, сюда смотри. Очень обидно то, что потеряны все. Когда мы ехали обратно с Хампи, в Слипербасе я потерял все флешки, которые были вообще, за исключением тех, что были в фотоаппарате, в камере. Вот. Самое обидное, то, что одна флешка уже была записана. Это трое суток видеозаписей. Первый, да. Второй. Ну и видеоблог это с пляжем Мандром, каждое утро, где я ходил и вещал. Вот. Друг, давай посмотри. No, thank you. Давай, короче, отсюда. No. Что уж говорить, да, про Гокарну и Мурдашвар, если мы не были даже в форте Агуада, который вот здесь буквально, вот, я не знаю, ну километр можем, какой километр, 500 метров пройти, будет форт Агуада, мы даже в нем не побывали. Но зато мы бы побыли в штате Карнатока, в Хампе, да? Нет. А, были, да, как раз потерянные видеозаписи, но есть фотографии, мы побывали в штате Махараштра, на Парадис Бич, форт Реди. Вот. Многое, что мы не успели, многое, что было делать просто лень, но могу сказать лично о своих самых ярких впечатлениях в Индии. Наверное, самое яркое впечатление, запоминающееся, не связанное со штатом Гоа, а вообще с Индией, это наша поездка в Хампе, именно поездка на поезде. То есть с самого утра железнодорожный вокзал, крысы, вороны, все такое. Ребята с нами не поехали. Вот. Сама поездка очень... На самом деле, индийские поезда, как оказались, на первый взгляд, кажутся очень диковатыми, на самом деле, очень комфортные, удобные в передвижении. В отличие от того же слипербаса, на котором мы ехали обратно, в котором я потерял свои флеш-карты, да? Ехали 12 часов. То же самое расстояние. Туда 7,5, обратно 13 часов, да. Причем очень некомфортно, на кочках трясет, то холодно, то жарко, там я умудрился простудиться. Вот. Какие еще яркие впечатления? Ну, конечно, еда на байке по гуанским дорогам. Это, мне кажется, незабываемое впечатление. Особенно не здесь, вот в Кандалиме, в этом Геленджике, где вечером бывают пробки, и реально проехать довольно-таки проблематично. Вот это волны сегодня. Вот. Значит, а вот именно по дорогам, которые ближе уже штата Махараштра, то есть в районе Рамболя, Мандрама, очень пустынными. Опять же, очень понравился пляж Мандрам. Это самый-самый-самый спокойный пляж вообще всего Гоа.
Там с утра можно выйти и не увидеть ни одного человека. Ну, может быть, парочка, когда я там занимаюсь медитацией, и я. Будьте готовы к тому, что вам придется все-таки водить байк. Ну, мотоцикл хотя бы скутер. Потому что без этого здесь никак. Вы не увидите даже десятую часть Гоа, если у вас не будет своего транспорта. А вот полицейские штата Гоа, там главным их оружием. Бамбуковые палочки. Это фатал. Покупать золотые сережки. Да. Стою ленивый. Ой, кстати, видишь как? Потому что я один отдыхаю. Это как дорого отдых обходится. Мне чересчур даже. $450. Золото 750 пробы с бриллиантом. А кредит как? Кредит как? Нет. Окей, кредит. But you need to give me rocks of passport. Последний ужин в Гоа. Успел. Хотел только сказать, что даже в аэропорту бывает включение электричества, но быстро включили. Видимо, аварийный источник электроэнергии. Сережа, как отдохнул? Чтобы выспаться. Хотя бы самолет. Да, давайте уже хотя бы зайдем в самолет. Привет. Последние шаги по аэропорту до Полин. И все, мы летим. Домой на родину. Снежную зиму, да. Москву Сити. Оп, легко. По-моему, 4 дня сейчас пригодился. Да. Последние солнечные жарки. Еще жарки в минутке перед самолетом.